Ну так-то. Я тут ходил, всему кладу показывал, где шапки лежат. Вон, 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 за нами, за нами, за нами. Откуда? Читер, за нами, да, да, откуда мы пришли. Понял. Ты вот сам где? Я в центре, я в центре. Все живые. Он в дефе тоже, падла. Да это, блядь, наверное, этот, ёптит, лётчик Гастелло, нахуй, нет? Но он бегает просто быстро и все. А так он косой. Он там же, он там же. Попробуй обойти. К нему сближаюсь. Я обхожу, я вернулся. Понял. По полукругам. Где он? Дайте координаты. Вот прямо. Вот прямо, прямо, прямо. Принял. Это не... я уже это я... Я понял. В магазине. Да, это он, ёптать. Во, красный, все снял? У него какая-то говорит, да, меня минус. Он в этом магазине электроники. Хуепутало, смашер какой-то. Так, ты это... Ты в магазине, да? Да, да. Говно ебаное. У кого-то Европа стоит в этом в поиске, ребята. Это не Россия. О, Димки. Да, у меня нету Европы, я тебе честно скажу. Перелогинься. Сейчас перелогинюсь. Все, он ушел, что ли? Или ты его не убил? Понял. Не убил я его, я минус. Я тоже жетон возьму, чтобы он не взял. Да ему не нужно жетон. Я умер, все. Он не очень умер. Меткий. Он, кстати, меткий достаточно. Да, да, да. Все, тоже минус. Мы зря, наверное, сейчас сюда, это касается, начали двигаться. Да куда вот от него? Не-не, надо было там стоять, потому что он косой. Он косой. Да, не, от... да нифига он не косой. Не, он косой, косой, косой. Потому что я же стрелял по нему, блин. И это... Скажи мне, Кидрила. И попадал по нему даже. 985 опыта. Ну-ка. 4 раза я по нему попал. На 100 дамага даже. Так что...